Позабыв свои заботы, я шагаю на работу. Планы в голове, мечты, так шагаем я и ты. И вопрос не философский, типа быть или не быть. В голове длиннющий список, чтобы за день не забыть. Вырабатывая точность, проверяя нас на прочность, циферблат всегда сверкает, время точно отмеряет. Дверь откроется тихонько, за нее заглянем вместе. И окажемся мы с вами на моем рабочем месте. А здесь, внимание, друзья, угадайте, кто же я? Вот помощник мой компьютер, он теперь во всем наш тьютор. Здесь знаком мне каждый узел, хочешь нет, а будешь юзер. Я пою, рисую, клею, денежки считать умею. В миг что хочешь приколочу, и сценарий набросаю, сценку с вами разучу. Вымыть все, да не проблема, летом сеять, поливать. Иногда могу в столовой чай горячий раздавать. Может, я мечтала с детства архивариусом быть? Кто же я? Маляр, строитель? Догадались? Я учитель. Вот иду домой с работы, пара сумок на весу. Разве я работу брошу? Я домой ее несу. Мы живем по расписанию, исполняем все и в срок. Если нам сказали сделать, надо брать под козырек. Срок пришел аттестоваться, я не спорю, не ворчу. В перерывах между делом я детей теперь учу. Госы грозно наступают, мы и здесь не пропадем. Погружение пережили, и ЕГЭ переживем. В главном им не изменить школьного учителя. Будем мы с тобой всегда детских душ хранителей. Классное руководство. Классный руководитель 10 класса. Наш дружный, веселый коллектив сократился до 2 человек. Коллектив маленький, но зато какой. Успеваемость 100%. Качество знаний 100%. Посещаемость впечатляющая. Любовь взаимная. На уроках. Читаем, говорим, думаем, обобщаем, работаем над проектами, поем, мастерим. Кабинет. Должен радовать глаз, нести информацию и, конечно же, поддерживать ученика во время контрольной работы. Ложка дегтя. Однажды злая фея предрекла учителю: ты вечно будешь проверять тетради. Рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после. Все мысли твои будут о школе и только о школе. И никогда ты не успокоишься, так что выбирай, пока не поздно. Поздно. Эта фея всегда приходит слишком поздно, когда мы уже не в силах изменить своей профессии.